Легенда отечественного ракетостроения, заслуженный деятель науки, лауреат государственных премий Советского Союза и России, писатель, публицист. Его регалии можно перечислять долго. Русскому ученому, химчанину Виктору Никаноровичу Семенову исполнилось 85 лет. И в этот день он принимает поздравления от тысячи людей и, конечно, химкинских школьников. Виктору Никаноровичу хочется сказать от педагогического коллектива, от наших детей, от родителей низкий поклон за то, что вы и по сей день творите на благо нашего Отечества, на благо нас, жителей не только Химок, а целом нашей страны. В школе «Лига первых» в честь юбиляра организовали праздничный концерт. Его провели учащиеся сразу двух образовательных учреждений. Ребята из «Лиги первых» и 8-й школы. В адрес Виктора Семенова звучало много теплых слов поздравлений, а ученики подготовили свои творческие номера. Виктор Семенов больше полувека посвятил работе в НПО «Энергомаш», где совершил множество революционных открытий в области ракетостроения. Энергия «Буран» осталась впереди. Она непревзойденная. Она защита наших жителей. Она защита не только наших жителей, но и всех жителей, населяющих нам дружественные страны. Встреча не случайно проходила в стенах Лиги первых. Сегодня здесь также обучаются ученики 8-й школы. Именно в ней в этом году открыли парту героя, которая носит имя российского ученого. Я хотел бы поздравить, сказать спасибо всем участникам сегодняшней встречи, пожелать всем удачи, здоровья, счастья, чтобы в школе вы получили как можно больше знаний. И эти знания, они очень нужны будут вам в будущем. Сегодня Виктор Семенов продолжает трудиться на благо Родины. Он работает в научном центре, который входит в состав Роскосмоса, читает лекции в университетах, встречается со школьниками и пишет книги. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.